Это 17-й по счету турнир, названный именем Юрия Кострицы, и, увы, 5-й его памяти. В 2015 году Юрий Васильевич ушел из жизни, но его дело живет, развивается и приносит его последователям медали. Большинство тренеров по баскетболу в нашем округе – воспитанники легендарного Кострицы. Он был очень яркой личностью, он никогда не нарушал своих принципов. Вот скажу честно, мы его боялись как родного отца в юном возрасте. Он мог позволить себе, ну, даже и подзатыльник дать взрослому мужику. У меня уже был ребенок маленький, но я получал иногда подзатыльники за непослушание, за шутки. И я, вот, ну, повторюсь, очень много с ним общался, много о нем знаю. И многие хотели быть на него похожими, я в том числе. Но быть вторым Кострицей невозможно. Это уникум. Действительно уникум. У Юрия Кострицы 11 разрядов в разных видах спорта. Он воспитал более 2000 баскетболистов. 5 из них стали мастерами спорта, 11 – кандидатами в мастера. Приехал Юрий Кострица в Орехово-Зуево в 1959 году. В январе 60-го уже образовалась первая команда. То есть в этом году баскетбол на Орехово-Зуевской земле отмечает свое 60-летие. Он оставил после себя баскетбол. Игру необыкновенную, понимаете? Мало того, что она укрепляет ребятам здоровье, организовывает их, воспитывает, учит их ставить цели, добиваться этих целей и побеждать. Он говорил, что его девиз, его жизни: если ты вышел на баскетбольную площадку, стань победителем. Сегодня с этим девизом выходят на площадку воспитанники воспитанников Юрия Кострицы. В этом году турнир памяти стал особенно трудным для всех. Из-за пандемии был сорван весь тренировочный процесс, но на поле выходят побеждать вопреки. В этом сезоне мы играем первую игру на стритболе. Тренируемся по полной после карантина. Сыгранность у нас хорошая, все поддерживают. Соперники, они отлично играют, тоже, наверное, тренировались во время карантина и работают над собой. Накал страстей был наравне с соревнованиями высокого уровня. После окончания матчей в каждой из 5 возрастных групп проводилась церемония награждения, где победители получали заветные кубки легенды Орехово-Зуевского баскетбола Юрия Кострицы.